всем. Хочу рассказать, как в бассейне сохранить водичку и отбелить даже, если, допустим, она уже начинает зацветать у кого-то. Смотрите, берем мы перекись водорода 3-процентовый. Я предварительно тюбики все открыл. Сейчас вот сниму с них все крышечки. И начинаем выливать в бассейн. Бассейн у меня маленький. Меньше бассейн, меньше проблем. Второй тюбик. Надо перекись в расчете 0,5 литра на тонну. Вот смотрите, у кого какой объем бассейна, столько льем. Дальше что делаем? Берем мы это дело все в бассейне, перемешиваем. И вот в данный момент вот рукой. Вот. Ну, в принципе, можно уже и купаться, ничего страшного. Я еще вот сверху вот сачок для бабочек у меня. Смотрите, вот сверху что там плавает. Очень легко собирать. Так что такие вот вещи, как вот перекись водорода, это очень дешевый консервант. Рекомендую всем. Он безопасный. Так что, ребят, кому понравилось, ставьте лайки. Кому не понравилось, ставьте дизлайки. Все, всем пока.